День космонавтики для работников НПО «Энергомаш» начался сразу с приятных сюрпризов. Всем, кто в этот день спешил на работу в 7 часов утра, раздавали флажки и плитки шоколада. Я работаю достаточно давно на предприятии, и поэтому для меня этот праздник уже как бы родной, слишком родной. Вот. Я за него всегда ему рад, всегда переживаю за предприятие. Приятные сюрпризы продолжились и в концертном зале, где собрались сотни работников предприятия, чтобы услышать слова благодарности за добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие ракетно-космической отрасли. Свои мечты превращать в реальные дела – это действительно искусство. Всегда вам быть чемпионами и рекордсменами, потому как вы действительно создаете все то первое, на что ориентируется не только вся страна, но и весь мир. Будьте успешны, летайте высоко, прославляйте нашу страну и всего-всего самого наилучшего. Награды вручили молодым и опытным ученым, инженерам, конструкторам, слесарям, которые принимают участие в разработке и производстве мощных жидкостных ракетных двигателей. Поблагодарили работников завода и за успешный пуск ракетоносителя «Ангара-А5», который прошел накануне на космодроме «Восточный». Ракета доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Я верю в «Энергомаш», убежден, что предприятие имеет мощнейший потенциал и будущее. Это одно из самых стабильных и лучших предприятий отрасли. Поэтому от всей души в этот день хочу пожелать вам таковыми и оставаться. С праздником, дорогие энергомашевцы! Сегодня на заводе «Энергомаш» трудится более 3000 сотрудников, из них практически все химчане. И для нас это гордость, честь, достоинство и радость. Горожане гордятся химчанами, которые заняты на производстве космических аппаратов, известных во всем мире. Ну а в завершении праздника сотрудники «Энергомаш» приняли участие в традиционной праздничной лотерее. Все участники получили памятные сувениры и приятные подарки. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.